Дорогие друзья, уважаемые дубнинцы, мы приглашаем вас на мероприятие из цикла «Творческая мастерская». В этот раз вы станете участниками путешествия в мир бального танца. Бальные танцы – это парные танцы, многие из которых имеют народные истоки, другие же зародились на балах. Родиной бальных танцев является средневековая Европа. И в последующем все исторические эпохи накладывали свой отпечаток, появлялся своеобразный танцевальный комплекс. В 20-е годы 20 века в Англии общество преподавателей бальных танцев стандартизировало все известные к тому времени танцы, и так появляются конкурсы, конкурсная программа. Поначалу в нее входило не так много танцев, но впоследствии в 30-е и 50-е годы добавляются латиноамериканские танцы, которые завоевали популярность и любовь многих людей, и обогатилась таким образом конкурсная программа бальных танцев. На нашем мероприятии вы увидите бальные танцы в развитии, как они выглядели до и теперь, будете участниками викторины, послушаете увлекательную историю о возникновении бальных танцев, а также научитесь танцевать. Мы приглашаем вас на мастер-класс, где вы будете учить медленный вальс. Приходить можно парами или поодиночке. Мы будем рады видеть вас 8 февраля в Малом зале Дворца культуры «Октябрь» в 17 часов. До встречи!